Привет, вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать видео, которое называется «Мама, купи мне пони». Ну что, поехали! Сегодня же суббота, ну почему я должна вставать так рано? Ну ладно, мне все равно нужно вставать. Так, сейчас приберу постель. Вот, думаю, нормально. Теперь... Так, думаю, нужно причесаться. Так, чуть-чуть причешу гриву, а то она вся разлохматилась. Так, корона. И оп, шикардосненько. Так, теперь пойду-ка посмотрю, что у меня на завтрак. Ля-л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 я. О, тортик остался. Что ж, прекрасненько, значит, даем тортик. Да, а я хотела сесть на диету. Ну вот как обычно, блин. Ладненько, посмотрим. Книжка, это у нас литература на лето или поиграть на пианино. Надо бы подумать. Довольно-таки сложный выбор. Ведь я люблю читать. Также я люблю играть на пианино. Думай, Рарити, думай. А? Кто это мне там звонит в такую рань? Боже мой! Цинь-цинь-цинь! Да сейчас, сейчас! Алло, слушаю. Алло, подружка, привет! Это я, Мия. Слушай, слушай, помнишь, мы сегодня договаривались пойти в торговый центр? Так вот, у меня все получается, поэтому давай собираемся, через часик мы к тебе придем. Все, никакие отказы не принимаются. Все, давай. Стой, что? Погоди, чего? Мия, ты так тараторишь, я нормально не могу понять, что там у тебя получается, что ты говоришь. Ой, боже мой, Рарити, мне тебе что, каждый раз повторять просто по 20 раз? Мы с тобой договаривались пойти в торговый центр. С тобой и, конечно же, с Майей. То есть моей сестрой. Все, понятно, да? Точно, блин, Мия, совсем забыла. Ой, что-то голова не варит последнее время. Подожди, а Майя не против? Она вообще-то всегда у нас такая бука-бяка, не хочет с нами никуда идти. Ты у нее спросил или она просто идет, потому что ты идешь? Да ты что, конечно же, она сама с нами захотела пойти. Да-да-да-да-да, конечно же, сама. Эй, неправда, ты все врешь. Я говорю правду, она сама захотела. А, ну ладно, тогда я вас жду. Эх, Мия, Мия, вот неугомонная девчонка. Так, а чем же я хотела заняться? А, ну что, кто там еще? Войдите! О, доченька, доброе утро, я смотрю, ты уже проснулась. Да, мам, доброе утро. Да, я вот уже проснулась. Покушала, да? Да, мам, я уже покушала. Слушай, мам, мы тут с девочками, с Мией и с Майей,
Договорились пойти в торговый центр. Ну, помнишь, я тебе еще говорила во вторник, помнишь? Вот. Ты ведь не разрешишь пойти с девочками в торговый центр? Ну, пожалуйста, мы ненадолго. Мы где-то на, наверное, 3 часика. На 3 часика? Не знаю. Хотя, знаешь, у меня есть вариант получше. Так как я очень за тебя волнуюсь, то давай так. Я пойду в торговый центр вместе с вами. Что? Нет, ну, мам, ну, это же у нас такая девчачья традиция каждую субботу ходить в торговый центр. Мам, тебе будет скучно, тебе сами не понравится. Причем ты же любишь ходить по магазинам, выбирать всякие сумочки, всякие платьишки. А мы же ходим купить всякую ерунду и покушать, и вообще повеселиться. О, нет, доченька, я думаю, мне будет даже очень с вами интересно. Поболтаем там обо всем, купим сумочек, то есть повеселимся, я хотела сказать. Ага. Мам, ну, давай все-таки я пойду одна. Как бы, причем нас же будет трое. Ой, доченька, я очень за тебя волнуюсь, поэтому, может быть, я хотя бы пойду с вами, ну, не с вами, как бы я буду ходить в торговом центре, и если что, я тебе буду звонить. Где ты, чтобы, если что, я к тебе подошла. Ну, мама, я не ребенок, не надо за мной ходить везде. Ну, доченька, ну, пожалуйста. Ты же знаешь, что я за тебя очень сильно волнуюсь и не хочу, чтобы с тобой что-то произошло. Ну, мама! Ай, у меня корона даже слетела. Мама, я взрослая. Я знаю, что ты взрослая, но все равно. Все, я пойду с вами и точка. Ма! Здравствуйте, тетя Каденс. Мия. Здравствуйте, тетя Каденс. О, девочки, добрый день, добрый день. Ну что, ну что, ну что, быстрее, пойдем, 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 пойдем. Девочки, стойте, подождите. Мам, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну ладно, хорошо. Ура! Но я за тобой заеду. Тогда я иду с вами. Все, выбирай. Ну ладно, хорошо, мама. Все, тогда через 3 часика ты заедешь. Ну вот и договорились. Ну все, там отдохните, повеселитесь, девочки. Да, конечно, мы повеселимся, мы отдохнем. Пойдем скорее! Телефон не забудь. До свидания. До свидания, девочки. Господи, ну что ты так орешь? Я не понимаю. Ой, да ладно тебе, сестренка, ну что ты такая зануда? Вечно мы же пришли в торговый центр. Сейчас понакупим всякой ерунды и будет весело. Я согласна, будет весело, наконец, боже, я не буду целую субботу сидеть дома и заниматься какой-то ерундой. Хоть по торговому центру похожу, куплю всяких вещичек. Ты-то почему не рада? Ну, вообще-то, это пустая трата времени, во-первых. И, во-вторых, мне нужно подготовиться к чему? К экзаменам? Ну, вообще-то, я тебя на 2 года старше, а точнее, мы с Мией тебя на 2 года старше. Хотя, по поводу ее возраста я сомневаюсь. Эй! Так вот, да, мне нужно подготовиться к экзаменам, потому что мне их нужно сдавать уже на следующей неделе. Да и вообще, ты знаешь, я очень люблю учиться и все такое. А, вот именно от того, что ты любишь учиться, ты такая скучная. Но при этом ты моя лучшая подружка. Это сейчас прозвучало не очень, ты ведь сама понимаешь, да? Да, поняла, поняла, все.
Так, короче, все, хватит болтать, не пойдемте уже выбирать всякие вещички. Ура, 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 пойдем, пойдем! О, боже, ну почему вечно? За этими двумя должна следить я. Почему не кто-то другой? Почему именно я? Уи, пони, 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 пони. Хочу себе поняшку, хочу себе поняшку. Майя, 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 мы же купим поняшку. Какую поняшку? Ты... Тебе же не 5 лет, мы уже взрослые пони. Какие поняшки? Ты чего? Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. О, боже, а тебе тоже нужна поняшка, да? Да, конечно, мне нужна поняшка. Я тоже хочу поняшку. Как бы мы с мамой недавно переехали, и половину моих вещей, к сожалению, мы отвезли на дачу, и теперь у меня даже не осталось ни одной игрушки. Боже, вам реально по 5 лет. Ой, ну ты такая зануда. Короче, давай-ка выберем пони. А ее все, давай, иди, иди в какое-нибудь другое отдел, иди что-нибудь посмотри. Давай, 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 давай. Эй, поняшка. Ой, да. Вот. Так, чур, я буду первый выбирать. Хорошо. Так, 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 так. Я хочу вот эту вот большую. Хочу большую, хочу большую, хочу большую. Я надеюсь, у нас с сестрой хватит денег на нее, потому что как бы все деньги у сестры. И я сомневаюсь, что она мне их все отдаст на пони. Но я ее попрошу. Да, Майя немножко сегодня, видимо, не в настроении. Она всегда такая. Ну да. Так, короче, я беру вот эту поняшку. А ты какую возьмешь? Честно, не знаю. Мне как бы мама дала деньги, но она сама говорит, что вот, ты играешь в игрушки, хотя ты уже такая взрослая. Но ничего. Она сама виновата, что отвезла все мои старые игрушки на дачу. Так, поэтому я хочу взять... Какой интересный выбор. Наверное, я возьму себе маленькую поняшку какую-нибудь. Допустим, вот эту. Я люблю мини-фигурки. Возьму тогда лучше 2 мини-фигурки. Вот эту и... Вот эту хочу. Вот эту беленькую. Она на меня похожа, она такая красивенькая. Возьму ее. Вот, я очень люблю мини-поняшек. Я тоже люблю мини-поняшек. Но ты посмотри на эту. Она такая большая и редкая. Поэтому я возьму ее. Все. Пойдем быстрее на кассу. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Мне вас долго еще ждать, а? Ой, да подожди ты. Так. О, нет, о, нет. Это же новая коллекция. Юбочек. Это же летняя коллекция юбочек. А ну-ка. Так. Нет. Да, сестра. Я хочу купить юбочку. Давайте все втроем купим юбочки. Смотрите, тут как раз есть 3 разные модели. Так, 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 так. Чурмя, чурмя, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Нет, ну вы только посмотрите, как мне она идет. Посмотрите, какая хорошенькая. Все, я ее беру. Что ж, я тогда возьму вот эту. Она мне больше всего нравится. А мне как идет вот эта вот юбочка? Сестричка, господи, ты такая красивая! Да, тебе очень-очень-очень идет. Так, сейчас, подождите-ка. Рарити, боже мой, ну ты красавица, конечно. Да, мне идет. Конечно, идет! Ты очень миленькая. Так, ну подождите минутку, я кое-зачем пойду. Это еще зачем? Это расчески? Да, это расчески. Под цвет наших юбочек. Мне вот эту вот. Так, тебе, Рарити, вот эту. И тебе, Майя, вот эту. Ой, что ж, ладно. Расческа и юбка — это хотя бы не ваши детские игрушки.
Так, все, хватит тратить деньги. Пойдемте на кассу. Почему он такая зануда? Я не знаю, вроде мы как бы двойняшки, но такие непохожие. Да. Здравствуйте, пакетик нужен? Да, нужен. Давайте-ка нам один пакетик. Так, хорошо, секундочку. Бздык. Так, бздык. 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 Так, с вас 3000 рублей. Так, давай, сестра, расплачивайся. Так, вот, держите. Угу. Спасибо за покупку, заходите к нам еще. Да, до свидания. До свидания! Идем ты уже, а? Так, добрый день, пакетик нужен. Да. Бздык. Так. Бздык. 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 И бздык. Так, с вас всего 2700 рублей. Так, хорошо. Сейчас. Вот, держите. Угу. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. А, да, до свидания. Капуша, что ты так долго? Пойдем дальше по... Ой, прости, сестра. Пойдем уже дальше по магазинам ходить. Да, пойдем. Ой, сейчас только я маме позвоню. Странно, она почему-то не берет трубку. Привет. А! Мама, что ты так пугаешь меня? И вообще-то ты сказала, что придешь через 3 часа, а не через час. Ну, вообще-то я проходила мимо, я просто сама решила зайти в торговый центр. Ой, ты купила уже какие-то вещички и... Погоди-ка, это что, пони? Доча, кто тебе разрешал покупать пони? Ну, мама, ну все мои пони на даче. И что? Вообще, сколько ты денег потратила? 2700? Доча, я тебе сказала, можно гулять в торговом центре, но нельзя тратить столько денег. Все, доча, домой. Ну нет! Да, не повезло ей. Угу. И если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик. И всем пока! Пока-пока!